Здесь сложно, конечно, сказать. Я сам периодически позволяю себе использовать крепкие выражения. Вот. Мне кажется, что, наверное, воспитание детей должно начинаться с другого места. Да? То есть нужно разрабатывать программы, блокировщики просто, которые родители по своему желанию могут устанавливать на компьютерах и не давать возможности детям ими пользоваться. Вот. А так, во-первых, нет никакого понятия, что такое мат. Его нету, нет законодательного определения. Все так называемые, так скажем, административные дела за использование ненормативной или нецензурной лексики, они носят весьма условно-законный характер, потому что нет никакого списка цензурной лексики. Это очень условно. То есть и даже экспертизы никакие не проводятся. Что такое? Сволочь — это мат или нет? В общем-то, это... Или там, блядь, это кто? Это мат или это старое слово, обозначающее там голую женщину, да? Ничего не понятно. Вот. Соответственно, как здесь поступить? Мне кажется, что сейчас достаточно проблем у России, помимо цензуры в интернете. И Мизулину в данном случае, не знаю, что, какие мотивы я вижу, какие странные женщины.